Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Donato от производителя Freya. Это коллекция люстр с абажурами. Предлагаются здесь модели на 5 и 8 рожков. Также есть еще бра с одним рожком. Каркас люстры из металла, цвет белый с серебром. Есть здесь цепочки стального цвета, абажуры из ткани, цвет серый. Материал абажура заявлен как лен, размер его 16 сантиметров на 12, крепятся они на патроны. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50. Включенной она выглядит вот так. Вот ткань свет не пропускает, и объясняется это ее цветом и тем, что ткань на самом деле довольно плотная. Есть модели с абажурами, которые, допустим, можно устанавливать в такой комнате, как гостиная, при соблюдении определенных условий, например, там дополнительные источники света или мощность лампочек, то данную модель я советую использовать только для спальни. Это та комната, с которой она справится по яркости освещения, потому что в целом освещение здесь довольно мягкое и приглушенное получается. Высота люстры максимальная 1,60 м. Минимальной она может быть 65 сантиметров, если всю цепь убрать. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши 12,5 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.